Ребят, всем привет. Я немного сонный, время 5 утра. Хочется спать, но мы выезжаем на очередную покатушку. Она сегодня будет не продолжительная, но, я думаю, очень интересная. Сейчас я заказал такси и еду на склад за электроскутером скейтборд. И мы сегодня поедем на рыбалку. Сначала положим. Идем к машине. Все спят. Раннее утро. Закидываем вещи. Мы сегодня возьмем детей. Я попросил жену, чтобы она привезла детей. Нам привезут детей, и мы будем сегодня вместе рыбачить. Взял рюкзачок. Все, водички. Столик. Все как положено. Ребят, скажите, у вас часто бывает, когда вы заказываете такси в одно место, а она приезжает в другое? У меня поход так постоянно. Все, ребятки, я приехал. Сейчас будем грузиться. Паха готов? Сколько пах пробег на фасте? Больше 2000 пробег на фасте. Все, выезжаем задним ходом. Это все тот же наш трайк. Мы даже не успели поменять задний стоп. И сегодня мы на нем поедем куда? На рыбалку. Стопор идет, чтобы не открывалось. Одеваем и фиксируем. Все. Опа. Хоп. Скотч на всякий случай. Мало ли что. Перед поездкой обязательно проверить. Это бывают ситуации, когда вот у нас болтается крыло. Вот у нас там откатило колесо. Так, ну что, все, погнали. Там еще сюда положим фруктов, этих продуктов. Пам-парам-пам-пам. Пам-пам. Мы подкладочку хотим положить, чтобы батарейка не стучала, да. Тут ты же знаешь, как я ездил. Я не жалею технику. Я только могу ее топить и в яму заезжать, еще кувыркаться и руки ломать. Так, ну все, мы сейчас отъезжаем, и мы сейчас едем за Антохой. Так, ребята, нас смотрите. У меня буквально чувак, когда я звонил, говорит, что-то, говорит, у меня не едет. У нас стояночный тормоз есть, блокировка. Берете, так, хоп, он поднимается, и все, он у вас поедет. Это сделано для вашей безопасности. Все, мы подъехали. Вот забираем нашего друга. Он тоже на байке. Это Андрюхе самый первый полноприводный байк. Девчонок забрали, поехали на байке. Так, это бусинка. Бусинка. Дай лапку. Сиди. Дай лапку. Молодец. Умница. Лежать. Ой, молодец. Кувырок. Давай, кувырок покажем на камеру. Давай. Кувырок. Кувырок. Ой, ты моя маленькая. Вот смотрите. Моя собачка бусинка, да? Вот на таких байках мы поедем. Это BR4000 Fast. Это тележка. А это BR60 Pro Fast. Это моя жена Стана. Она сейчас повезет детей. Ну что, нравится тебе? Почти два года уже. Почти два года. Новее хочешь. Ну сейчас придут. Уже подходят на литых дисках BR30 и BR20 Pro Fast версия 70 Вольтен. Два мотор колеса по 2000 ватт. Ну фактически по секрету там будет больше. Но мы не можем указывать больше, потому что где-то, наверное, первый случай, когда фактическая мощность мы указываем меньше, чем она есть на самом деле. Там по 3000 ватт мотор колеса будет. Но мы не можем написать по 3000, поэтому, ребятки, будет 2000 ватт. Никаких 178 ватт написать не будем, как наши ребята, так, конкуренты, партнеры, не знаю, как назвать.
Вот, мы пишем всегда честно, как есть, так и есть. То есть мы не будем там никогда писать 178 ватт. Это неправильно, потому что рано или поздно когда-то остановят вас, проверят, по факту будет другое, заберут байк, сделают штраф и еще отберут вообще, то есть за недостоверную информацию. Поэтому, ребят, подумайте миллион раз, когда покупаете байки. Типа мы без прав, 178 ватт, но это на лоха, а лохов, я думаю, скоро будет очень мало, и вы попадете в неприятную ситуацию, это будет 100%. Спасибо большое. Всего доброго. Здоровья. Че, пах, куда я закинул? Гаишники не стали устанавливать, да, тут я? Да, я говорю, они не будут трогать. У нас колонна идет. Ну, с камерами не скажу, да. Там одно окно, там еще дальше окно есть. А? Ну, здесь, блядь, ничего нету, мне интересно. Но там вроде как дальше есть озеро, а там еще есть беседки. Вроде беседки я там видел издалека. Ну, давай. Поехали мы на другое озеро, посмотрим, что там. Ну, там, когда мы будем вот это, там, где не будет трассы, тогда остановимся. Да, я вас покатаю. Вот дети прям, мы хотим кататься, нам нравятся ретро-скутеры. Видите, как они хотят? Все, вставай. Сколько у них радости? Ну что, не гонит? Мы же гонить не будем. Аккуратненько поедем. Поехали. Давай, поехали. Здесь кнопка. Карась? Одна есть, сначала положена. Карасика. Я боюсь. Что, Дарин, первая твоя рыбка? Да, теперь червяка насадить. Я тоже рыбку словила. Все, дети поймали уже по рыбке. Собирайте. Вам достаточно? Смотрим, о, нифига себе. Ну-ка, Паш, поднимай повыше. Вот это улов. О. Карасивенький. Ага. Раз. Все, сейчас приедем, здесь прям будет караси под локоть. Скрытая реклама букетов. Когда, говорю, покупаете шашлык, лучше покупать брикет. Больше жара дают, он больше хватает, дешевле стоит. Чему же?